Викуля, какой у нас сегодня день? Поделись. Да, я иду выступать. Что ты будешь делать? Танцевать. Танцевать, колеса крутить, да? Что мы еще перед выступлением должны сейчас сделать? Сделать прическу и накраситься. Да. Ты хочешь краситься? Да. Да? Да. Мне тоже интересно, как ты будешь выглядеть. И фотки сделаем, да, на память? Волнуешься перед выступлением? Да? Ладно, не волнуйся, мы с папой рядом, будем поддержим тебя. Поняла? Сегодня у нас важный день. У Викули первое выступление. Она целый год ходила на театральную студию. И сегодня у них показательное выступление в школе номер 173. Вот мы тоже очень за нее переживаем и хотим посмотреть, чему она научилась. Ну красота, ну красота. Ну все, целоваться будем? Нельзя, нельзя. Капец, ты смешная. Шапка так растопырилась у тебя смешно. Но это из-за прически. Ну красотка, красотка. Что, Вик, ты готова? Сильно переживаешь? Не переживаешь? А? Переживаешь? Сугроб не упади, блин. Не упаду, если не упаду. Вик, уже вся перемазалась. Первые поправки, да, Вик? Вся красная. Чудушка ты наша, а? Чудная. Ни хрена не вытирается. 4, 5 на спецальную, 7, 8, раз, колени сильные, 4. Ариша, уйди ты назад. Ариша, у тебя колесо, куда ты должна быть? Вот, линия ровная. Peace.
Yeah.
Вик, ну глаза у тебя просто как веер. Отпад. Веер. Сейчас сдуешь нам сильно, часто не махай. Все. Ты чего? Все получилось, все хорошо. Все хорошо. Вообще супер. Ты что, все стерлось? Ну оно так и останется, но надо этим, которые косметику стирают. А, нет, не шарит. Так просто не сотрется.